учреждений, традиционного первенства, детской юношеской спортивной школы, урока 88. Среди юношей и девушек 8-15-летнего возраста на призы кандидатов в Снег. Уважаемые зрители, родители, дорогие друзья, поздравляю всех с предновогодним праздником, с праздником школы дзюдо 88. Сегодня мы проводим наше традиционное мероприятие в рамках реализации проекта школы дзюдо. Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все поддержанного фондом президентских грантов. Я благодарю всех наших юных спортсменов, которые сегодня пришли, продемонстрируйте содержательную борьбу Беслана Мудранова, легенду мирового и отечественного дзюдо, что нашел время и приехать к нам поделиться своим опытом соревновательным. У нас будет возможность задать ему вопросы, и он проведет хорошую разминочку, мастер-класс. А после по сценарию. И искренне от души благодарю тех, кто нам помогает. Их уже мы представили. Это депутаты городского совета, это представители благотворительных организаций, коммерческих структур. Благодарю родителей, благодарю членов родительского комитета. Поэтому желаю всем хороших содержателей борьбы, хорошего настроения. Пользуюсь этой ситуации. Всех с наступающими новогодними и в дальнейшем рождественскими праздниками, тепла и уюта в доме, добра, удачи, успехов и новых достижений в новом наступающем 2022 году. Удачи всем! Чемпиона Беслана Мудранова и традиционное предновогоднее первенство спортивной школы дзюдо 88 объявляется открытым. Зачем ты занимаешься дзюдо? Зачем я занимаюсь дзюдо? Потому что я... этот вид спорта мне нравится и как-то... очень сильно нравится. Кого ты сегодня победила? Победила девочку. Всех? Да. И тебе никого не жалко? Нет. А с этими девочками ты дружишь? А что тебе больше всего нравится в дзюдо? То, что там можно подраться, на улице драться нельзя, здесь можно. А ты дерешься часто? Нет, только не дзюдо. Давно
ты занимаешься дзюдо? Да, дзюдо. Расскажи какую-нибудь смешную историю из твоих занятий дзюдо. Когда я еще спала, он меня младше на один год. Когда мы с ним боролись, у него слетели штаны, а под этими штанами ничего не было. И это увидел весь зал. И это было смешно? Да.